будет речь. Ответ принимается в исполнении нескольких строк или слов. Готовы? Песня, в которой упоминается нежилая часть деревенского дома, примыкающая к его жилой части и используемая для хозяйственных нужд. Совершенно верно, Арсений. Песня о национальной русской зимней обуви, сваленной из овечьей шерсти. Замечательный ответ. Песня ветреной девушки, соблазнившей молодого человека и озабоченной огромным чувством вины. Совершенно верно, аплодисменты. Следующий вопрос. Песня, известная ласковым обращением к срубленному стволу дерева в исполнении Федора Ивановича Шаляпина. Дубинушка. Замечательно, как и у нас интеллектуальные зрители. Песня обращение к состоянию атмосферного воздуха, при котором замерзает вода, а градусник опускается ниже нуля. Ой, мороз, правильно. Песня, в которой упоминается огородное строение, где русский человек может помыться, подвергаясь активному воздействию жары и пара. Баня, совершенно верно. Топится, топится в огороде баня. Песня, в которой упоминается шум болотного, дунчатого, коленчатого растения. Шумел камыш, замечательно. Еще один вопрос. Песня о том, как на равнине, поросшей травянистой растительностью, при полном отсутствии деревьев, замерзает человек, занимающийся перевозками на лужевом транспорте. Степь да степь кругом. Песня о мелких торговцах, развозивших по деревням разные товары, необходимые в крестьянском быту. Коробейники, аплодисменты! Опорой в его нелегких трудах и заботах. Песня и сейчас заставляет нас радоваться и печалиться, любить и разочаровываться, жить и умирать. Она видоизменяется, молодеет вместе с нами. Новые поколения ищут новые звучания, новые формы. Но основа остается глубинной, стенной, русской.
Пойте, слушайте, любите русскую песню. До свидания, до скорых встреч. Что скажете о концерте? Ну, мне кажется, получилось. Случилось что-то. Ну, как обычно, я-то с ним буду еще разговаривать. Глядя со стороны, что вы можете сказать? Глядя со стороны, ну, мне кажется, получилось. Все хорошо. Поздравляем вас с очередным концертом. Спасибо.